Видела спортсменку из Казахстана Юлаеву. И таким образом сейчас будет у нас молдавско-итальянский финал. Ну что ж, посмотрим, все-таки, наверное, имела преимущество итальянка в том плане, что она не участвовала, не проводила полуфинальный бой, а получила техническую победу. А молдаванке пришлось провести трехраундовый поединок, причем довольно-таки был непростой у нее бой с Юлаевой. Юлаева, как мы помним, постоянно поддавливала свою соперницу, постоянно атаковала, пыталась навязать свою манеру ведения боя, но не все удавалось казашке, и в итоге победу одержала спортсменка из Молдовы. Опять же мы видим, что итальянка левша. Вот, вот неплохой удар нанесла Маргарита Чиолито, но удар не засчитан, слишком слабенький получился удар, поэтому не фиксирует электроника. Напомню, что удар должен быть не просто касание, а определенной силы нужно наносить, поэтому недостаточно только коснуться. Осторожно, скажем так, пританцовывают девушки одна перед другой на средней дистанции. Особо вперед не лезут. Пока что счет у нас 0-0. Ну, это нормальное явление для финальных поединков, когда соперники изучают, прощупывают друг друга, пытаются найти слабые места. И вот закончился первый раунд. На табло 2-0. Думаю, что во втором раунде что-то должно активизироваться. Но я думаю, что если в таком же стиле будут продолжать драться соперницы, то в процесс вмешаются уже и арбитры. Потому что нужно где-то активизировать свои действия.
заканчивается сегодняшняя программа первого дня соревнований. Ну, не так просто, знаете, выдерживать в течение одного дня, потому что спортсменки приходят на соревнования с утра. Сегодня бои начались в 9 утра, и вот уже 7 часов вечера. 10 часов почти что длятся соревнования без перерыва, поэтому не так все просто. Но мы возвращаемся на корт номер 3, второй раунд боя между Дончелло из Италии и Чиолито из Молдовы. Счет пока что 0-0. Ну, ничего практически не меняется в манере ведения боя ни у одной, ни у другой спортсменки по сравнению с первым периодом. Такие немножко пританцовывает Дончелло и довольно вяло идет себя на корте Чиолито. Я думаю, что сейчас судья начнет вмешиваться, потому что навряд ли это такой поединок просто до сдержания. Невозможно будет определить, кто был более активный в такой манере ведения боя. Уж очень осторожно обе девчонки дерутся в этом бою. Вот, видим, арбитр дает то, что я и говорил, предупреждение обоим. Ну, если ничего не изменится, получит одна штрафной балл, потом вторая, еще станет 1-1, но от этого суть не изменится. Я думаю, что кому-то нужно все-таки активизироваться. Вот уже один балл заработала спортсменка из Молдовы. Поэтому сейчас, наверное, немножко изменится ситуация, потому что, знаете, когда счет 0-0 это или 1-1, там, то есть ничейный, это одна ситуация, а когда кто-то уже ведет в счете, то соперник должен активизироваться, надо отыгрываться. Да, времени еще очень много. Только приближается экватор боя. Но, с другой стороны, время и не так много остается, потому что много времени, когда ты ведешь счете, когда ты проигрываешь, то времени кажется, что остается совсем ничего. Называется поединок номер 28. Финальный поединок из своей категории до 58 килограммов. Сейчас Игорь, поединок Украина. Димитров Степан, Молдова. Опять идет в атаку итальянка, но Маргарита Чиолито довольно спокойно отбивает атаки соперницы. Сейчас перешла в контратаку, но это так больше, знаете, для Близира я шла атака, для того, чтобы судьи не говорили, что она ведет себя пассивно. И заканчивается второй раунд. Счет 1-0. Ну, мало что изменилось. 0-0 первый раунд, 1-0 второй раунд. Видим, тренер из Молдавии дает указания своей подопечной. Ну, не слышно, что он говорит, но я думаю, что речь идет о том, что нужно хорошо держать дистанцию, но в то же время этого недостаточно для победы, потому что в третьем раунде точно судьи за пассивность начнут штрафовать более активно. И, как говорится, один балл – это не то преимущество, которое гарантирует победу. За две минуты может все перевернуться с ног на голову. Ну и в противоположном углу, как мы видим, уже хорошо нам знакомый тренер из Кореи, который работает с итальянцами. Как мы видим, секундирует и девушками, мужчинами сборной Италии. Я думаю, что главный тренер сборной Италии, потому что сборная Италии первым составом национальной сборной. И последние две минуты, вернее, не последние, а основного времени, последние две минуты, потому что, напомню, если будет ничья по итогам трех периодов, будет дополнительный овертайм, тоже двухминутка, но до первого золотого набранного балла. Активизировалась сразу же итальянка, перешла вперед, сейчас бросилась контратаку спортсменка из Молдавии, но не успела нанести удар по корпусу кулаком, поэтому удар не засчитан. Вот. Сейчас останавливает бой арбитр, фиксируя попадание. Все в нашем бою изменилось, потому что Натали Дончелло нанесла удар по члену, счет стал 3-1, сейчас еще и удар по корпусу, и счет становится уже 4-1. Вот видите, как все быстро изменилось. Буквально в течение каких-то 10-12 секунд, даже 15 секунд там не прошло точно, как со счета 1-0 в пользу спортсменки из Молдовы, вперед вышла итальянка, 4-1. Продолжаются бои, сейчас посмотрим, что будет дальше. Сейчас нужно, конечно же, Маргарите Чиолито перестраиваться, нужно активизироваться, нужно идти вперед.
ничего другого ей не остается, потому что вряд ли она согласится собрать золотую медаль своей соперницы без борьбы. Ну и вот идет вперед Чиолито, но пока что ничего у нее не получилось. Один балл она отыграла ударом левой ноги по корпусу. Попала, значит, счет стал 2-4, но... так получилось, или действительно планировал на третьем периоде максимально активизироваться спортсменка из Италии Наталин Данчелло, считая, что соперница проведена полуфинальный бой, и вот уже 5-2 в ее пользу, еще один балл заработала итальянка, сейчас она просто правой ногой отгоняет свою соперницу, не позволяя ей приблизиться к себе, вот счет уже 2-7, еще два удара она нанесла, уже очень хороший комфортный счет в пользу итальянской спортсменки. И Натали Данчелло очень близка к тому, чтобы победить в этом поединке. И действительно все закончилось победой спортсменки из Италии Натали Данчелло. 7-2 в ее пользу. И золотая медаль улетает вместе с ней. Италия, мы видим, что тут не один, а несколько корейских тренеров работает со сборной Италии. Ну, наверное, целая бригада тренеров приехала на работу в Италию. И ведут они полностью, как говорится, всех лидеров национальной команды. Вот сейчас мы видим на повторе, как здорово попало. Не успела уклониться от удара правой ногой в шлем Маргарита. И Натали нанесла этот удар. Вот сейчас... Второй удар, второй балл заработала. И последний для себя заработала спортсменка из Молдавии. И вот сейчас, видите, вроде пытается что-то делать Маргарита Чиолито.